Так вот выглядит стартовая поляна третьего заключительного дня второго этапа чемпионата России. Сказали, что весь день будет такой. Не зря 10 часов на 55 километров. Через пару минут старт. Пошла уже жесткая борьба. Победители первого этапа в Апшеронске. Петр Ширков. Вот это видели, да? Вот вам и сушка с неболота. ТР-1. Он в конце был где-то. Да. Знайте его и запоминайте. Дальше. Вот это уровень, блядь. Как вы, Сань? Записка. Да нормально он идет, он уже понял просто все. Не-не-не, с колесом косяк.
не целое. Мы можем, Нитоха, обращайся. Я вам могу сказать, точка 4x4 исполняют сервис и Нивы Прод. Хоронила за нами. Нормально все? Ты первые? Да. Ебас. А они вас не пустят? У них простоите просто, да и все. Че, тяжело сегодня? Леха где? Мы потерялись где-то с ними. Там они три машины идем, попугай, Леха и мы. Где-то мы разберемся. Че, тачка, все нормально? Пока да. Заебись. Что? Развал мне ничего. Повороты, чтобы быстрее заходили. Есть время?